мудрость – прекрасная сестра. Книга притчей, 7 глава, с 1 по 27 стих. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирною, алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в далекую дорогу. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью у своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее. Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящее во внутреннее жилище смерти». Размышления, часть первая. Учиться у других. Книга притчей, 7 глава, с 1 по 20 стих. Ранее в книге притчей автор уже подчеркивал, как важно учиться мудрости. Интересно, что тут он уподобляет мудрость сестре, указывая таким образом на близкие отношения, в которых мы должны быть с ней. Мало просто прислушиваться к мудрости. Нужно навязать ее заповеди на персты и записать на скрижалях сердца. Как и в предыдущих главах, здесь содержится предостережение от направленного не по адресу сексуального желания, которое перерастает в похоть и грех. Автор со всей мудростью, дарованной ему от Бога, с немалой проницательностью наблюдает за жизнью людей, потому что хочет научиться на их ошибках, лучше понять жизнь и возрасти в мудрости. Посредством его изречений Бог учит нас, как запастись мудростью, чтобы избежать прелюбодеяния, ведущего в погибель. Нам нужно не только читать Божье Слово, мы должны хранить Его учение в себе и просить Духа Святого высечь его на скрижалях наших сердец.
Размышления, часть вторая. Искушение в момент одиночества. Книга Притчей, 7 глава, с 21 по 27 стих. Сексуальные искушения очень сильны, и никто от них не застрахован. В ловушку прелюбодеяния угодил даже сам великий царь Давид. Не стоит слишком уж доверять собственной плоти и недооценивать врага, который рыщет, как лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Когда мы ошибочно полагаем, что способны противостоять сексуальному греху своими силами, мы уподобляемся сидящим уткам, легкой мишени для стрел врага. Юноша из этого отрывка покупается на ласковые слова и мягкость уст женщины и забывает высшие и неприходящие Божьи обетования. Трагичность этого в том, что он понятия не имеет, что прямиком направляется в смертельную западню. Автор призывает нас не совершить ту же ошибку. Сердце лукаво, а наша плоть слаба. Просите Бога выкорчевать из вашего сердца любые обманчивые желания, чтобы высшая радость во Христе могла наполнить вас и принести удовлетворение. Молитва. Отец, благодарю Тебя за этот день и за надежду, которую мы имеем в Тебе. Наполни мое сердце своими желаниями и искорени мои собственные лукавые желания, которые уводят меня от Тебя. Да будет моя жизнь прославлять Тебя во имя Иисуса Христа, я молюсь. Аминь.